Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня готовлю опять для вас. И сегодня запекаем курочку с овощами, с вкусным соусом, в общем, в духовке. Соус, девочки, начну с него. Я уже все приготовила, прям быстренько хочу вам все показать. 2 столовые ложки сметаны любой. Если хотите более диетическое блюдо, выберите 10% сметаны жирности. 2 столовые ложки майонеза. Майонез можете заменить только сметаны. Сюда я добавила чайную ложку вот такой приправы курицы. Потом пол чайной ложки вот такой приправы. Это острая приправа. И чайную ложку карри, просто без соли, без всего. Вот эта вот оранжевая приправа, она содержит соль, поэтому я не солю. Добавила я немножко розмаринчика. У меня вот такой розмарин. Совсем чуть-чуть для вкуса. И один зубчик вот чесночка потерла. И все это перемешиваем. 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки майонеза и приправки чесночком. Все, перемешали соус. Дальше я уже нарезала все. У меня одна средняя морковь. Я ее помыла, почистила, нарезала тонкими кружочками. У меня средняя головка лука. Я ее нарезала полукольцами и разделила их на вот такие вот, в общем, палочки. И средняя помидорка у меня. Вот так вот это все выглядит. И куриный шашлык, девочки. Это в основном у меня бедра куриные и филе куриное. В общем, что попалось в шашлыке, здесь килограмм. Килограмм курочки. Также я взяла две формочки. Это у меня из фикс-прайса формочки силиконовые. Сейчас я вам покажу, как я буду что делать. В общем, сейчас мы берем наш куриный шашлык, обмакиваем в соус и будем выкладывать нижний слой. Сейчас я вам все это покажу. Девочки, выложили мы весь наш шашлык, смазали каждый кусочек со всех сторон этим соусом. Вот мне еще его осталось немножко. Дальше выкладываем морковь. Стараемся вот так ее распределить, чтобы кучка морковь друг на дружке не лежала, потому что она, это овощ такой жесткий, и поэтому он запекается более долгое время, чем, например, лук и помидор. Поэтому мы его вот так вот распределяем. И также вторую. Определили морковь и дальше немножечко смажем ее оставшимся соусом. Ну, как мы смазали морковку оставшимся соусом, мы выкладываем лук, уже разделенный на вот такие вот палочки, на дольки, как так скажем. Получается, девочки, очень вкусное блюдо. Я уже это блюдо готовила неоднократно. Съедается это все очень быстро. Как всегда, в общем, курочка запеченная, ну, всегда вкусно, девочки. Просто иногда хочется какого-то разнообразия в рецептах. Вот придумываешь что-то, приходится что-то придумывать. Так, распределили лук и сверху укладываем помидорки дольками. Девочки, хотела сказать вам огромное спасибо за комментарий, который вы пишете под видео. Мне безумно приятно читать, что благодаря моим видео, как мне пишут девочки, кто-то начал печь, кто-то начал наконец-то что-то готовить, но никогда в жизни не готовили и стали после моих видео готовить. Мне это безумно приятно читать, что все-таки не зря я что-то делаю. В общем, спасибо вам огромное за то, что вы у меня есть. Мне очень приятно от вас слышать такие приятные слова. В общем, помидорки мне не хватило. Буду резать еще одну помидорку. Так вот все, я выложила сверху помидорчики. И мы должны сделать так, чтобы постараться по возможности сделать так, чтобы лук оказался под помидорами. И чтобы он не сгорел, потому что мы будем запекать в духовочке. И лук, чтобы не подгорел. В общем, сверху также можно все посыпать сыром. Но у меня с сыром не едят, потому что у меня сын, в общем, когда сыр тянется, ему это очень не нравится. Я не буду этого делать. Можно залить майонезом, либо еще чем-то. Я буду оставлять так. Меня устраивает такой вариант. Вот
Прям вполне. В общем, ставим где-то на час 15, час 30 в разогретую духовку на 180 градусов. И запекаем, в общем, больше часа. Это нужно для того, чтобы курица пропиталась всеми овощами, луком, соусом. И получается она очень нежная, мягкая, сочная. В общем, как, конечно, все это запечется, я вам уже покажу обязательно результат. Чат, вот так все это получается. У меня еще все это шкварчит. Я из духовки сейчас не буду вынимать. В общем, вот так. Там курочка. Так. В общем, все, обратно я это дело убираю, потому что у меня муж должен сейчас приехать. И сделала я вот такую вот чашку салата овощного. Очень вкусного. Там у меня укроп с петрушкой. Я их оживляю. Они у меня что-то подвяли. И рис еще отварила. Он рассыпчатый у меня получился. В общем, это вот такой вот у нас обед. Если вам понравился рецепт курочки, запеченной с овощами, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь и увидимся в следующих видео.